Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Сегодняшнее видео хочу начать с нововведений в Риме. Мэрия Рима запустила проект по сбору пластиковых бутылок в обмен на проездные билеты в метро. В последнее время Рим переполнен мусором. Неприятно об этом говорить, но это факт. В виде эксперимента сроком на 12 месяцев на трех остановках метро Чипро, Пирамиды и Сан-Джованни установили автоматы ярко-желтого цвета, которые будут принимать пластиковые бутылки и передавать информацию в приложение о каждой емкости любого формата, отправленной вами на переработку. Деньги автомат направит в виртуальный кошелек. С помощью накопительной системы пассажиры, которые будут участвовать в этом проекте в защиту окружающей среды, смогут расплачиваться за проезд. Каждая бутылка оценивается в 5 чентезимов. Соответственно, для того, чтобы приобрести таким образом билет на одну поездку, стоимость которого 1,5 евро, нужно сдать 30 бутылок. Я только за то, чтобы это нововведение прижилось в Риме и город стал чище. Сегодня я опять доехала на метро до остановки Фламинио. Указатели при выходе показывают нам, что слева находится станция, откуда поезда идут в направлении Витербо. Возьмите на заметку те, кто планирует поездку в сторону Витербо. Такой вещевой рынок на площади у остановки Фламинио каждый день. Все по 10 евро. Несмотря на то, что я вновь вышла на остановке Фламинио, маршрут сегодняшней прогулки будет совершенно другой. Проходим через ворота и после музея да Винчи сворачиваем налево. Я хочу показать вам, как с Пьяцца дель Пополо быстро подняться на холм Пинчо. Оттуда открываются прекрасные виды на город. Эта информация будет полезна для тех, кто только планирует свою поездку в Рим. Холм Пинчо находится на территории виллы Боргези. Сегодня виллу Боргези я вам не покажу. По ней я прогуляюсь в следующий раз. Первый ярус террасы и виды на Пьяцца дель Пополо. А это вид с этого же уровня террасы, но на другую сторону, в сторону остановки метро Фламинио, откуда мы с вами пришли. Еще поднимаемся вверх. И мы на панорамной площадке. Посмотрите, народу вообще никого. А это виднеется купол собора Святого Петра. Нижний уровень террасы, где мы с вами останавливались. Раньше на территории холма Пинчо строили здания, начиная со времен Древнего Рима. Сама же терраса Пинчо появилась только в 1816 году. Великолепные пиньи. Поднявшись на холм, взгляду открывается купол собора Святого Петра и замок Святого Ангела.
Вы можете рассмотреть многие здания, с которыми вы успели познакомиться, гуляя по Риму. Здесь весь Рим как на ладони. Между деревьев тоже хорошо просматривается город. Думаю, многие из туристов хотели бы побывать на подобных площадках, с которых видна вся округа. В Риме несколько таких мест. Самым высоким местом обзора является собор Святого Петра, то есть купол собора Святого Петра. У меня на канале есть видео оттуда, можете посмотреть, ссылку оставлю под видео. Вы только посмотрите, сколько здесь растет хурмы. Ветки прям ломятся от плодов. Такое чувство, что я нахожусь во фруктовом саду. Посмотрите, какие пышные деревья. Продолжу свой рассказ о смотровых площадках Рима. Мне очень нравятся виды, которые открываются с замка Святого Ангела. А также неплохой вид на город открывается с холма Яникул, но там деревья слишком высокие, которые немного закрывают вид. Потом прекрасным видом на Рим можно полюбоваться с апельсинового сада, который находится на Авентинском холме. И достаточно неплохой вид с крыши комплекса Виттуриано. А еще есть панорамная площадка, которая называется Терраца Кафарелли, про которую мало кто из туристов знает. Я уже не раз ее показывала в моих видео, но думаю, стоит еще раз показать ее в ближайших видео, чтобы больше людей о ней узнали. Со смотровой площадки сверните налево и идите вот по этой тропинке. Она приведет вас на испанскую лестницу. Медленно спускаемся вниз и продолжаем любоваться прекрасными видами на Рим. Ой, как жалко, что кустарники подстригли. Весной здесь была такая красивая аллея. Запоминайте дорогу, ведь в следующий раз вам придется идти самостоятельно. Как всегда, на итальянских стенах каперсы. Вилла Медичи на склоне римского холма Пинчо, а в средние века всю территорию ее занимали виноградники. В новостях передавали, что скоро все телефонные автоматы из города уберут. А ведь это тоже маленький кусочек истории. Еще чуть-чуть, и мы по этой прямой дороге добежим до испанской лестницы. А пока полюбуемся видами, которые открываются с правой стороны.
Этим летом нововведения о правилах поведения туристов коснулись и испанской лестницы. Теперь нельзя не только есть на испанской лестнице, теперь нельзя и сидеть, и провозить чемоданы на колесах. Туристам приходится поднимать тяжелые чемоданы и нести их на руках. За нарушение этих правил грозят штрафы до 450 евро. За поведением туристов строго наблюдает полиция. Сегодня я пробегала мимо ранним утром. Людей на лестнице было очень мало, нарушители, видимо, еще спали, а полицейские разгуливали по площади. Перед нами церковь Сан-Сильвестро ин Капите. Она была построена в 8 веке на месте бывшего храма Солнца, существовавшего здесь во времена античности. Название Капите в переводе с латинского означает «голова». Здесь хранится основная реликвия, часть головы Иоанна Крестителя. Эту церковь, как и многие другие церкви в Риме, не раз перестраивали. А самое последнее обновление церкви было в 18 веке. В этот период во все здания добавляли элементы барокко. Но внутренний дворик остался нетронутым. И только все это время добавлялись разные фрагменты, найденные во время раскопок в церкви. Этот дворик декорирован раннехристианскими скульптурами, колоннами, саркофагом, могильными плитами и разными фрагментами. Этот замечательный дворик изолирует церковь от жизни и шума окружающего мира. Интерьер украшен позолотой, мрамором и великолепными фресками. Не проходите мимо римских церквей. Пристроенное к церкви здание раньше было монастырем, но в XIX веке в этом здании расположилась центральная почта Рима. Фасад здания украшен портретами королевской семьи Савойи. Давайте заглянем и сюда. Уверена, что многие туристы это место проходят мимо. А в соседнем здании идут строительные работы.
Это церковь Сан-Сильвестро ин Капите, в которой мы были, а рядом центральная почта Рима. Монеты, которые в память о путешествии в Рим бросают многочисленные туристы, идут на благотворительные цели в пользу Каритас. Каждое утро сотрудники римской энергокомпании Ачеа, которая занимается в том числе и водоснабжением города, при помощи пылесоса собирает деньги со дна фонтана, запечатывает их в мешки и отправляет на сортировку. Потом валюту конвертируют, и только потом средства поступают в благотворительный фонд Каритас. Фонтан Треви был построен в стиле барокко в середине 18 века архитектором Никола Сальви. Один из символов вечного города, фонтан Треви, был реставрирован в 2015 году. Реставрация длилась 516 дней. Эти работы обошлись более 2 миллионов евро. Деньги на реставрацию фонтана выделил модный дом Фенди. Надеюсь, что после последних нововведений, которые запрещают приближаться вплотную к фонтану и сидеть на краю фонтана, следующая реставрация понадобится фонтану намного позже. Эту изумительную по красоте галерею шара вы найдете недалеко от знаменитого фонтана Треви. Это одна из тех достопримечательностей, мимо которой можно пройти и не заметить ее, так как галерея спрятана внутри здания. Но эта галерея проходная, а пройти там можно только в будний день. Главным героем этой красоты является женщина, которую изображают невестой, матерью, хранительницей очага. Здесь изображены сцены от свадебного наряда до повседневной жизни. А в качестве источника вдохновения для художника выступали его мать и жена. Размер галереи небольшой, и невозможно отойти дальше для того, чтобы красиво снять видео. Это надо видеть своими глазами. Совсем недавно галерею реставрировали, и сейчас цвета фресок стали еще ярче. Обязательно загляните сюда. Это рядом не только с фонтаном Треви, но и с Виа дель Корсо. По соседству с одним из выходов с галереи Шара находится оратория «Ди Сантиссиме Кручефиссо» – оратория Пресвятого Распятия. Эту ораторию построил Джакомо делла Порта по указу Рануччо и Алессандро Форнези в 1562 году для проведения собраний братства. Рануччо и Алессандро Форнези были племянниками папы Павла III Форнези и членами этого братства. Оратория состоит из одного прямоугольного зала, целиком украшенного фресками. В конце XVIII века оратория была разграблена и простояла заброшенной около 20 лет. В начале XIX века ее восстановили. Фрески на стенах выполнены в XVI веке на тему «История креста» и «История братства». С конца XVI века оратория была местом для исполнения духовной музыки. Здесь исполнялись духовные музыкальные произведения драматического характера по сценам, взятых из Библии. Это настоящая маленькая жемчужина. Оратория дель Сантиссимо Кручефиссо является одним из тех мест, которые мало посещают туристы. Они проходят мимо, устремленно шагая, как намагниченные, в сторону главных достопримечательностей Рима. А вам, дорогие мои зрители, я советую заходить во все открытые двери. Открывайте для себя Рим, который состоит из вот таких прекрасных мест. Оратория открыта с 7 до 12, а потом с 16:30 и до 19.
А эти прекрасные дома находятся на пьяцце ди Сант'Игнацио. Такое чувство, что Новый год в Италии круглый год. Я дошла до площади Навона, и сразу на глаза мне попался остаток от стадиона Домициана, который сегодня встроен в здание. И мне сразу же вспомнилась история про маленькую девочку Агнессу. Я ее уже вам рассказывала, но хочется рассказать еще раз. Раньше на площади Навона находился стадион Домициана, где проводились соревнования до середины V века. На этом месте была замучена 12-летняя девочка Агнесса. В честь ее и была построена церковь святой Агнессы. По легенде, Агнесса дала себе обет целомудрия. Ее полюбил сын влиятельного римлянина, но она отказала в близости и замужестве. За это бедную девушку бросили в бордель, который находился на стадионе Домициана. Но ни один из мужчин, приходивших туда, так и не смог лишить ее девственности. Кто приближался к ней, тут же терял мужскую силу. Агнессу обвинили в колдовстве и голую вывели на арену стадиона. Агнесса, защищаясь, начала молиться. Сначала у нее мгновенно отросли волосы, чтобы прикрыть наготу тела. Потом ее пытались сжечь на костре, но пламя все время гасло. Чтобы ускорить смертную казнь, ей отсекли голову. Девушка была похоронена, а место гибели стало местом поклонения христиан. И в 1123 году на этом месте построили церковь, в которой мы сейчас и находимся. Голова святой Агнессы находится в церкви. Сразу может показаться, что голова очень маленькая, но помните, что девочке было всего 12 лет. Обычный подъезд жилого дома. Здесь же, на площади Навона, находится музей гладиаторов. Зайдя туда, вы попадете в историческое путешествие. Для создания этого музея были восстановлены множество шлемов и доспехов римских гладиаторов, рассказывая таким образом тысячелетние истории доспехов гладиаторов. Думаю, для детей это будет очень интересный музей. Я сама в музее еще не была, но говорят, что музей находится на двух этажах. На нижнем этаже можно увидеть и прикоснуться к колоннам стадиона Домициана, который находился здесь до площади Навона, и сделать фотографии заключенных в камере гладиаторов. Цена билета 12 евро. Детям с 6 до 15 лет цена билета 10 евро. Из двери музея виден фонтан Бернини и церковь святой Агнессы. Люблю рассматривать, как украшают столы цветами. Вот сегодня подсолнух.
вроде бы еще утро, а все столы уже готовы к обеду. Здесь вы можете заказать пиццу и блюдо римской кухни. Прячась от солнца, я забежала в Кьёстро дель Браманте. Это внутренний дворик при церкви Санта Мария дель Лапаче. Напоминаю, что вход сюда бесплатный. А вот так с помощью подъемного крана в квартиры поднимают тяжелые вещи. Это тоже подъезд жилого дома. Смотрите, какой пол. Еще один дворик жилого дома. На этой площади туристы обычно не задерживаются долго, даже несмотря на то, что здесь находится великолепная церковь. Здесь, на площади перед церковью, мы видим фонтан необычной формы и с необычным названием «Супница». В XVI веке фонтан находился на другом месте, на площади Кампо де Фиори, на месте, где сейчас стоит знаменитая статуя Джордано Бруно, на уличном рынке Кампо де Фиори. Пока я буду показывать вам римские подъезды, мимо которых пробегала, расскажу вам небольшую историю фонтана. Еще один подъезд жилого дома. Фонтан убрали с площади по нескольким причинам, одна из которых, что на этом месте фонтан часто загрязнялся. Из-за того, что торговцы использовали чашу фонтана для сохранения свежести фруктам, овощам, цветам. Ведь этот фонтан в те времена был без крышки. А вот вам вторая причина. Рядом с рынком Кампо де Фиори раньше было очень много публичных домов и блуждающих проституток, в поисках клиентов. Так вот, после своих любовных утех этот фонтан использовали как биде. Даже после издания указа, запрещающего это действие, никто не обратил на это внимания. И тогда, в 1622 году, по распоряжению Папы Римского, чаша фонтана была накрыта. Фонтан перенесли, а на его место поставили скульптуру Джордано Бруно. И только в конце 20 века, в конце площади, поставили копию фонтана, который раньше был на площади. Рядом с фонтаном сейчас торгуют цветами.
Вот я и дошла уже до рынка Кампо де Фиори, на котором фонтан использовали как биде. Рынок показывать сегодня не буду, пойдемте дальше. А здесь на столах лимончики, острый перчик. Вот он какой старейший рынок Рима Кампо де Фиори. Если вы уже знаете основные достопримечательности Рима и думаете, что в историческом центре нет ничего, кроме известных туристических памятников, вы ошибаетесь. Конечно, такие места не входят в туристические маршруты, но тем не менее в историческом центре Рима есть интересные и почти неизвестные достопримечательности, которые можно исследовать бесплатно. За такими неприглядными воротами находится чудесный мир. Боже мой, какая красота здесь! Эта хорошо скрытая арка называется Арко ди Гротта Пинта – расписная пещера. Это своего рода мини-галерея с фресками. На протяжении многих лет галерея страдала от вандализма и граффити. В 2014 году ее отреставрировали. Реставрация длилась 2 года. Фрески восстанавливали по крупицам. Сегодня, благодаря реставрации, Арко ди Гротта Пинта сияет во всей своей красе, делая город еще более очаровательным. Еще раз покажу вам вход. Тут двери какие-то старые привязаны. Такое чувство, что попадаешь в средневековье. Надеюсь, и это видео было полезным для вас. Большое всем спасибо за ваши комментарии, которые оставляете под видео. Я их все читаю. А на этом я буду прощаться с вами. И до новых видео, друзья!